Теремок ТВ представляет. Это Маша, Катя и маленькая Лиза. Сегодня выходной день. Девочки решили отправиться на спортивную площадку. А что им надеть? Доброе утро, Маша! Давай выберем подходящий костюм. Так-так, что из этого нам подойдет? Это? Не думаю, что это будет удобно. А так? Нет, это тоже не годится. Как тебе это? А так в самый раз. В этом очень здорово заниматься спортом. Здравствуй, Катя. Ого, ты делаешь зарядку? Какая молодец! Что же тебе надеть на тренировку? Вот это? Ладно, ладно, я шучу. Конечно, нет. А это? А этому костюму придется подождать, когда выпадет снег. Может, так? Отлично, Катя! Ты готова к тренировке! Привет, маленькая Лиза! Тебе не терпится пойти на спортивную площадку? Тогда поспешим! Что наденем? Это? Нет, в этот раз нам такое не подойдет. А давай так. Мне кажется, очень хорошо. Нет? А что же тогда? Это? Лиза, но это костюм для занятий карате. Ты же не умеешь. Все равно хочешь в нем? Ну ладно. Девочки, наконец-то вышли на спортивную площадку. Это очень полезно для здоровья. Бегать, подтягиваться и вообще заниматься спортом. Пусть даже так.